Я взял хлопушечку, чтобы сейчас мы хлопнули на 1000 подписчиков. Ну что ж, друзья, наконец-то это произошло. 1000 подписчиков на канале. Я очень рад. Это прям супер событие. Многие не записывают по поводу этого никаких видео. Сегодня отличный солнечный день. 22 градуса, середина мая. Просто офигенная погода. Отличный повод, чтобы порадоваться, посмотреть видосик вот этот коротенький. Что наконец-то мы этого добились, пробили рубеж. Спасибо всем, кто только пришел на канал, кто только подписался, кто это видео посмотрит через 5 лет и будет та же самая 1000 подписчиков. Это круто, столько лет, прям 4 года я вот поднимал, у всех уже по 100 тысяч, а у меня только 1000, а я радуюсь как дурачок, но тем не менее, спасибо вам всем за то, что подписываетесь, то, что комментируете, если без шуток. Это круто. Я рад создавать качественный контент. Спасибо оператору, который снимает меня. Он выручает меня постоянно. Если бы не он, то был ссылку. Я на тебя тут не буду оставлять, сорян. Но как бы подливыч, это подливыч. Это классика жанра. Вот кто меня... Ладно, покажи себе. Фу, он сейчас закроет видео. Ну что ж, друзья, можете меня поздравить. У меня наконец-то 1000 подписчиков, первая 1000. Да, это немного, но я очень долго к этому шел. Это классно, ура, это здорово. Двигаемся дальше. Надеюсь, что мне это не разонравится, и я буду дальше радовать вас. 1000 подписчиков, допустим, у вас уже есть. Монетизировать свой канал. Два буквально маленьких совета. Первый, не относитесь безалаберно к оформлению канала. Он должен оформлен быть должным образом. То есть можете зайти ко мне, посмотреть, как все это выглядит. Где должен быть список с последними видео, должен быть список с плейлистами и так далее. Если к вам заходят на канал и видят просто, допустим, плейлисты, а последних видео не видят, можно просто видосы, смотря какой у вас контент. И второе, конечно же, это музыка. Чтобы не париться, сейчас будет маленькая интеграция, но все же. Я пользуюсь сервисом Epidemic Sound, ссылочка в описании, короче. Кому не жалко, собственно, можете перейти по ней, зарегистрироваться, и первый месяц будет бесплатный. Если вы решили начать снимать видео, неважно, там, про рыбалку, про автомобили, просто какие-то разговорные видосы, у вас возникнет в целом вопрос музыки. И мало того, что хорошо, вы ее там найдете, допустим, где-то, ее могут просто из-за того, что она с авторскими правами, ролик могут из-за этого просто-напросто заблокировать. Даже если музыка будет на фоне. В случае, если вы пользуетесь тем же самым Epidemic Sound, у вас проблем не будет. То есть у вас максимум, что могут сделать, это выключить монетизацию. Но если вы покупаете подписку на месяц, либо на год, там скидка будет 20%. У вас, даже если вы, допустим, в этот месяц купили подписку, скачали треки, там, не знаю, весь эпидемик выкачали и в этот месяц выложили, то после того, как у вас подписка закончится, монетизацию у вас не снимут и предупреждений не будет. То есть предупреждение выходит только, когда у вас подписка не активна. И вы продолжаете заливать ролики на YouTube. У вас просто снимут монетизацию. Что будет с видео, которые во время подписки были выложены, но подписка закончилась? Допустим, вот вы там в апреле выложили, весь апрель выкладывали, у вас была активна подписка, потом она закончилась. Монетизация все равно на эти ролики будет работать. Она не будет работать, когда у вас подписка не активна. И вот в моем случае я такой делал видосы, вставлял музыку, потом у меня появилась монетизация. Опять же, спасибо большое всем, кто подписался. У вас включается монетизация. Понятное дело, что вы там миллионов каких-то не заработаете. Я за месяц заработал там 300 рублей, наверное. Но обидно, если ролики начинают выстреливать. И как раз из-за того, что вы не по подписке, получается, заливали вот это вот видеоролики, они уже не могут быть монетизированы. Вам придется через YouTube Studio подкладывать треки. Опять же, если это музыка на фоне, получается, все ваши слова, все это режется и так далее. Поэтому экономить не стоит. По ссылке в описании переходите, регистрируйтесь. Первый месяц он будет бесплатным. То есть вы можете заливать ролики в этот период и так далее.
И монетизация, опять же, у вас ничего не, ну, никаких ограничений не будет. Подписка на месяц стоит, по-моему, что-то около 1100 рублей. Это не так много, в принципе, для ролика в целом. Если вы оплачиваете на год, она стоит там 10, по-моему, тысяч. Это небольшие деньги по отношению, допустим, если вы даже не Ютубом занимаетесь, а делаете ролики для Инстаграм, для кого-то еще. Но, опять же, есть бизнес-подписка, то есть у многих возникает вопрос. Если прикреплен только один аккаунт, то, ну, один канал, а я, допустим, снимаю для автомойки видео, я снимаю еще каким-то клиентам, что мне получается, для каждого нужно, ну, покупать подписку, либо роялти выкупать и так далее. Для этого есть бизнес-аккаунт. При этом у вас постоянно идут заказы, и один из вариантов даже себе сделать вот эту подписку бесплатной, вы берете с каждого клиента, допустим, за использование музыки по 3000 рублей и оплачиваете из этих денег бизнес-подписку. И при бизнес-подписке там просто-напросто вам нужно вставить ссылку на конкретное видео. Будет возможность вставлять эти ролики на другие YouTube-каналы, либо, опять же, у вас, допустим, 3 или 4 YouTube-канала, а подписка всего одна. Вы делаете бизнес-подписку, и на все 3-4 YouTube-канала по ней размещаете ролики. И у вас они везде монетизируются. То есть это очень удобная штука. Так что ссылочки в описании, кто еще не перешел. Спасибо всем. Я вот в таком немножечко школьном амплуа решил записать видео, потому что я выходец, так сказать, не из богачек каких-то, пробиваюсь через дно, через вот этот вот пласт. Очень сложно было, на самом деле. Спасибо всем, кто репостил мои видео, там, Гарик Таранов, вы все прекрасно, кто вот занимается видеосъемкой, знают этого человека. Много проектов с ним было, стримов, в общем, круто.